Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Нашел дизайнерскую просторную квартиру в районе Джикчили, которая подходит под ВНЖ. Квартира, короче, хорошая. Сами оцените. Да. Ну, вот это тоже кого-то там романтика сыграла какой-то момент. Первый санузел. Расстояние отсюда до моря 1100 метров. Рядом есть, можно сказать, что вся инфраструктура для жизни, торговый центр Аланиум и тому подобное. 1150 метров до моря. Первый балкон, не буду открывать. Сторона восток-юг, а также есть второй балкон, который смотрит на север. Квартира сквозная. Хорошая прихожая. Вот этот холл. Открытый бассейн, сауна. Айдат 400 лир. Вторая спальня. Минимальная квадратура, вся полезная площадь вместе с балконом минимум 100 квадратных метров. Может быть 105, 107. Каждая спальня минимум вот это 15. 4,5, здесь 17. Так. Здесь освещение не включили. Включим. И гостиная комната. Угу. Футбол можно поиграть. Покажем и с этой стороны. Так. Вот квартирка. Без доводчиков. Аристон у нас посудомойка, индезит, холодильник. Вот такая вот у нас гостиная. Красивая, просторная, уютная. Сами оцените. Второй огромный балкон. Вот оно по-другому так открывается. Система открыть. Вид на бассейн. Есть беседка, зона барбекю. Ну и все, то, что есть, увидели. Этаж второй. Есть лифт. Дорогие зрители, цена этой квартиры 178 тысяч евро. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Я иду вниз и там не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться, если вам не сложно. На этаже у нас три квартиры. Лифт вместим 4 человека и зеркало. Проект был сдан в 2009-2008 году. Открыта парковка внутри, также снаружи. Бассейн вы увидели, беседку видели, сауна там внутри. Там дверь закрыта. Это фасад здания. Всем пока-пока.